Оксана Кравченко – дизайнерка одягу, фешн-ілюстраторка. Працює в цій сфері протягом 8 років. Своєю метою вважає пропагування виваженого ставлення до одягу та індивідуальності. Керується думкою, одяг відображає принципи людини, її відношення до самої себе і місця в суспільстві. Олександр Єрофєєв – дизайнер одягу, власник авторського ательє. В цій сфері більше 10 років. Має великий досвід в індивідуальному виготовленні одягу. Якість є основним принципом в його роботі. Доброго ранку. Доброго. Вітаю наші ранкові студії. Перше питання. Ви пам'ятаєте своє випускне вбрання? Конечно. 16 років назад. Да, помню. Да, это... Яке воно було? У меня было не длинное, мне мама его шила, и оно было, кстати, вот сейчас модное ламе, такая ткань, она 70-х годов, она такая с отблеском, или даже такой металлический отблеск, вот у меня вот что-то такое было. Я не знаю даже, чем я вдохновилась. У меня был костюм а-ля Данбалан, двубортный, и длинный пиджак такой ниже колена. Тобто ви вже були тоді на тренді, так? Я, да. Я думаю, ви дійсно зробили фурор у себе на випускному. Ну давайте розбиратися, що нам робити в цьому році. Бо ось, я думаю, дівчата і хлопці всі на нервах. Я пам'ятаю і себе, і своїх випускників. Майже в останній день ми ті сукні купували, і хлопці костюми підбирали, там собі краватку чи піджак. Тож, дівчатам, що зараз в тренді, що можна брати? Яку сукню? Довгу, коротку? Самое главное, что выбирают сейчас, вот как раз не в последний день, начинают выбирать там за год даже. Еще люди не доучились последний класс, еще не сдали экзамен, но уже знают, что это самое главное, в общем, конец года и выпускное платье. Да, ну покупайте, конечно, в конце уже. И самое интересное, что вдохновляются не как мы когда-то, там, вот не знаю, чем, бурдой, может быть, с чем мы вдохновлялись, и какими-то, может быть, актерами. Да, сейчас, конечно, это инстаграм-дивы, какие-то там блогеры и что-то такое. Поэтому, если... И человек ходит уже с картинкой. Угу. Вот. Поэтому, конечно, это какие-то тренды. Какие подготовленные выпускницы? Я ходила, не знаю, что я хотела. Обязательно, это определенная картинка. И даже если девочке понравилось, вот мне нравится на этом платье спина, то вот с этой спиной и ходится. Мне все равно, что там впереди. Вот спина главное. Вот. Она фотографироваться будет спиной, да? Ну вот это вот так вот сейчас складывается. Вот важные такие детали. И что модно? Модно стилистика 70-е, 80-е, это если вы следите за модой, вот какие-то тренды такие. Если нет, то, как правило, опять же, это классика, классические цвета белый, черный, красный, или романтические. Вот что сейчас мы с Александром обсуждали, это рюшики. Рюшики, валанчики. Банты какие-то, очень, да, очень актуально, вот такие вот утрированные, да, они как акцент идут, опять же, ну если бант где-то на платье, понятно, на голову. То есть открытый декольте на спине и большой бант, как у Мальвины какой-то, то это очень даже приемлемо. Слухайте, ну для мене декольте і виріз, ну це не випускниця, це не 11 клас. Чи зараз безусловно, ми, наприклад, завжди підчеркуємо на тому, щоб це от дівчатки-випускниці, вони все-таки залишались юними дівчатками, а не жінками там 30-40+. Тобто вони ще успіють побити. Тому я би робила акцент на своїй юній красоті. Вот именно на выпускной бал. То есть это какая-то скрытая сексуальность, а не ярко выраженная. То есть, ну, главное не забывать об этом. Вот, добре, выбрали мы сукню, ось, наприклад, там з легкої тканини якоїсь, так, і притримуємось, наприклад, стилю мінімалізм. Що робити, можливо, далі з образом? Які аксесуари підібрати? Чи робити величезний начос, там, зачіску якусь? Ну, аксесуар важний все равно. Аксесуар важний, але, опять-таки, теж в рамках дозволеного у нас є определенні правила ношення тих же ювелірних украшений, да, то есть нельзя одеть кольцо, серьги і бусы, то есть это обязательно всего лишь два элемента, либо перстень и серьги, либо серьги и колье, ну, то есть... Ну, то есть не больше двух элементов. Вот. Можете массивный, то есть если у вас там тонкая утонченная рука, вы можете добавить какой-то крупный массивный перстень, например. Конечно, если у вас пухлые ручки, вам, ну, желательно вообще либо не одевать, либо очень маленькая, иначе как бы тоже на большую руку, то какие-то будем огромные акцент, пальцы, да, подчеркивать. Ну, легче всего, мне кажется, минималистическое платье, если это и прическа собранная, то, конечно, это какие-то массивные серьги. То есть они удлиняют шею и делают как раз акцент. Ну, це така класика. Ось вчора знайомилась, наприклад, теж дивилася, що дівчата вибирають. Деякі все ж хочуть брючний костюм собі вибрати. Да, кстати, це дуже популярно. Костюм і комбінезон. Комбінезон, так, да, от очень. Как-то вот... Чому вони зараз почали так робити, на вашу думку? Ну, во-первых, это тренд определенный, опять же, который диктует нам какие-то звезды. Вот часто выходят на дорожки, на всякі мероприятия в костюмах. Поэтому девчонки смотрят и тоже хотят. К тому же это как бы необычно вот сейчас считать, да, ну как бы скажем так, необычно, но и очень практично.
Угу. Опять же, с длинным платьем это целый день, вот этот вот такой довольно сложный пережить. Костюм брючный, ну и опять же, практично он останется потом. А я там і буде работати ще довгі годи. Сукню трансформера. Для мене було це дуже зручно, тому що коли була так дійсно поважна якась там подія, давали ці дипломи, то я була в довгі, а потім зняла собі юбку і просто була щаслива. Тому що дівчата дійсно дуже важко було проходити цілий вечір. Отже, ось такі костюми. А ще каже, що можна посилатися цього року на кінофестиваль у Каннах. Що, як ви думаєте, на зірок? Чи підходять ті вбрання, сукні для випускного вечора? Ну, моє мнение, нужно фильтровать эту информацию, потому что все-таки это кінофестиваль, это звезды, они яркие. То есть не нужно копировать полностью эти образы. Выход короткий, их довольно. Выход короткий, да, он яркий, их должны запомнить, у них должны быть невероятные ресницы, их должны видеть за километр. Вас видят близко, вам не надо делать этот невероятный макияж, это платье, ну куда вы в нем, пока вы доберетесь до школы, пока вы подниметесь на сцену. Ну это очень неудобно, ну то есть фильтруйте половину, снимайте с того, что на них надето, и какое-то, может быть, отталкиваться от цветовой гаммы, которую они представили, какой-то элементы какие-то, да, то есть какие-то яркие, интересные. Прически, макияж, опять же, это можно повторять. Угу. А платья шикарные, да, вот эти очень большие кутюрные. Главное, не одевайте короны. Это вообще, вот мне кажется, пережиток. Это антитренд. Да, это уже пережиток общества какого-то, каких-то как сказать, годов. Да, у нас очень это любят. Очень любят, да. Поэтому, как бы, но мы советуем все-таки уходить от принцес Діснея і все-таки вже. Ми так принцеси всередині, нащо ж це всім показувати? Вони вже мають просто знати це, так, правильно? А давайте трохи до хлопців перейдемо, тому що я думаю, у них також, бо кажуть, хлопцям найлегше, вдів костюм і пішов, але я пам'ятаю дійсно своїх однокласників, їм дуже важко було. Вони, як і ми, підбирали собі фасон під ті черевики, під ті брюки. От розкажіть, будь ласка, як хлопці зараз? В мужському костюмі, звісно, це найтяжче підібрати правильний костюм, щоб він хорошо сидів. Это проблема, да. То есть костюмов много, но сидят они не все хорошо. Несколько советов для выпускников, чтобы костюм не казался большим или маленьким, его нужно брать обязательно размер в размер. То есть он не на вырост, не поуже, а именно, то есть ваш 48-й, значит костюм должен быть 48-го размера. Подбирая рубашку, главное правило, что это, обращаем внимание на воротник. Воротник не должен быть большой. Если вы можете засунуть где-то 1-2 пальца вот между шеей и воротником, значит это ваш размер. Так, то есть он пальца, не будет давить, и вы сможете одеть бабочку, галстук, и вам будет комфортно. Он не будет морщиться. Да, не будет собираться под бабочкой, не будет собираться под пиджаком, когда вы оденете сверху. Следующий момент, это на сорочке, это рукава манжеты. Манжет должен быть закрывать всего лишь щиколотку, ну, запястье, извините, щиколотка в другом месте, запястье, ширина рукава, то есть в среднем объем должен варьироваться до 5 сантиметров, поэтому, одевая, например, рубашку, пиджак и брюки, ну, я рекомендую, например, бабочку вместо галстука. Ну, это как-то более нарядно, более современно. Галстук это более официально. То есть, если у вас вы одеваете галстук, например, то тогда галстук должен быть немножко темнее, чем рубашка, но светлее, чем костюм. И выбирая рубашку, светлее, чем костюм. И, ну, конечно, если вы захотите какой-то экстравагантный какой-то вариант, а не в моде, полоска, клетка, то дайте предпочтение однотонной рубашке. Но если вдруг вы решили, конечно, поэкспериментировать и берете принтованную рубашку, то принт на рубашке должен быть меньше, чем, ну, более мелкий, чем на костюме. То есть тогда не будет диссонанса. Парни не успевают записывать, мне кажется. Мне кажется, навіть дівчата не встигають і мами записувати, якщо зараз готуюсь. Дякую вам за поради. Не встигаємо все розглянути, але думаю, все одно це допоможе нашим випускникам все ж розібратися, яке вбрання обрати. Я нагадую, Олена Кравченка та Олександр Єрофеєв, дизайнери одягу, були сьогодні у нас в гостях.